Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. Девочки, я получила вчера свой заказ. Он у меня состоит из двух частей. Первая часть – это новинки действующего каталога, а вторая часть – это одежды и даже обувь. Представляете, я решилась на то, чтобы заказать себе кое-что из обуви. Это прям исключение из моих правил. В общем, это будет в отдельном видео – обзор на одежду и обзор на обувь. А сейчас я хочу провести обзор на новинки, которые я не смогла в свое время заказать, потому что их не было на складе. Сейчас они появились, и смотрите, что у нас идет в новинках. Та-дам! Я купила вот такой фен. И вы знаете, фен очень необычный. Как видите, по коробочке его можно ставить и вот в таком положении использовать, то есть как бы освободить руки, руками делать укладку, волосы поправлять, а феном, соответственно, обдувать эти волосы. Артикул видите, наверное, да? Давайте я вам назову. 910190. У данного фена 3600, по-моему, 3599, что-то так как-то он стоит, или 3699 в каталоге. Естественно, у меня со скидкой мои консультанты, это дешевле. Ну и, собственно говоря, здесь все как обычно. Три насадки в нем, разных три насадки. Вот такая насадка для придания объема волосам. Я еще не пользовалась, не знаю. Вот такая направляющая насадка, то есть создает поток воздуха. Ну, например, очень хорошо сушить корни волос, да, поднимаете прядки и прям вот потоком воздуха сушите корни волос. И еще одна насадка, вот такая, она вращающаяся, то есть создает потоки воздуха для быстрой, наверное, более сушки. Вот такая розочка. Вы знаете, вот с чем я столкнулась, насадки очень туго притираются, очень сложно их надеть и очень сложно их снять. И вот прям приходится, знаете, прикладывать усилия, вот видите, прям уж с таким усилием это все делает. Точно так же эту насадку надеваешь. Тут вроде какая-то резьба есть, но на самом деле она просто вставляется. Вот чтобы ее сопоставить, вставить, это вот приходится приложить усилия. В общем, я поначалу даже боялась эту насадку вставить, чтобы не повредить нечаянно аппарат, но потом оказалось, что все нормально. Так, что еще здесь по функционалу? Здесь несколько потоков воздуха. Во-первых, вот эта кнопочка, это холодная сушка. Это уже как бы фиксация. После того, как вы просушили мокрые волосы горячим воздухом, вы фиксируете вот потоком такого холодного воздуха. На самом деле он не прям холодный-прихолодный, но прохладный. Комнатной температуры. Дальше здесь, значит, сама регуляция горячего воздуха, то есть теплый воздух и горячий воздух, и две скорости, тоже здесь вот первая скорость послабее и вторая скорость посильнее. Скорость подачи воздуха. Ну и, собственно говоря, все. Мне в Инстаграм задали вопрос, насколько тяжелый этот аппарат. Вы знаете, ну не могу сказать, что он прям легкий-прилегкий или тяжелый-притяжелый. Вот такой средний по тяжести. Я взвесила его без насадки, он весит 350 граммов. Как дорожный вариант, конечно, вряд ли он годится, а вот как стационарный вариант, конечно же, подойдет. И фишка еще вот в чем заключается. Здесь есть вот такая штука, и вы на нее можете прям на стол поставить данный фен и направить на себя. Когда он работает, то есть поток воздуха вы устанавливаете так, чтобы вам было удобно на свои волосы, руки освобождаете и совершаете укладку с помощью расчески, там, с помощью каких-то средств еще, да. Вот, девочки, такой фен, в общем-то, мне он показался добротным, не дешманские вот эти вот все детали, и вообще, то есть по качеству, мне кажется, прям очень даже презентабельно выглядит. Я думаю, что свои 3500 он стоит, главное, чтобы он их по полной отработал. Но как он проявит себя в работе, будет видно. Во всяком случае, я проверяла, все кнопочки работают так, как заявлено. И холодный воздух, и теплый в двух режимах, и сам фен в двух режимах тоже работает. Все в этом плане нормально. Здесь шла инструкция. Я ее немножко помяла. Вот так вот. В принципе, есть на русском языке. Но там ничего особенного, просто написан состав его вот так вот. Из чего он состоит, девочки, вот извините, помялась, положила неаккуратно фен на эту инструкцию. То есть, в общем-то, ничего тут такого и не написано. И правила эксплуатации, естественно.
Вот такая новинка. Фен мне был нужен не ради красного словца, я его купила, а именно по той причине, что мне нужен был вот такой добротный, качественный фен. У меня все какие-то дорожные варианты больше, я ими пользовалась, а поскольку феном я пользуюсь всякий раз, когда мою голову, естественно, мне нужен вот такой был качественный, добротный, стационарный фен. Ну, благо, что родная компания нам этот фен и произвела для нас, да? Так, и еще одна новиночка, давайте я вам тоже ее покажу. Это вот такая форма для оладий. Смотрите, кругленькую я взяла, у нас там есть форма желтенькая с разными вариантами фигурок. Я взяла обычную стандартную круглую для оладий, буду печь или оладьи, или даже, мне кажется, можно и яичницу, можно и омлетик, наверное, запечь, ну, если он не расползется. В общем, здесь надо экспериментировать, я еще тоже не тестировала, буквально вчера вот вечером получила, сегодня вам уже провожу обзор. Посмотрим, как это в деле. Вот это накладки на сковородку, естественно, да, то есть вот так вот накладываем, наливаем сюда тесто для оладий. Но если тесто для оладий уж наливается, наверное, можно налить и яйцо, оно такое же жиденькое, как и тесто для оладий, и все. В общем, тоже отловила эту штукенцию, не было ее на складе. Давайте я вам скажу артикул 910193, вот у этой формы для оладий. И еще в этом заказе у меня, опять же, для себя я заказывала, точнее для сына, суп грибной. Это из продукции Wellness, протеиновые супы. У меня сын с большим удовольствием готовит этот суп. Сейчас, когда он живет один, конечно же, проблемы с приготовлением пищи. Мальчишкам же не хочется лишний раз на это время тратить. Но он вот у меня пользуется этой палочкой-выручалочкой. Одну упаковку уже съел. Говорит, мама, у меня закончилось, мне нравится этот супчик, закажи мне еще. Я сама этот суп употребляю, у нас есть там еще томатный суп, и у нас появляются три еще вкуса: куриный, средиземноморский с креветками и гороховый с копченостями. Вот с куриным вкусом я обязательно тоже себе приобрету, и возможно еще гороховый с копченостями, подумаю, не знаю. Вот, то есть супы мне нравятся, и вот я предпочитаю все-таки вот этот грибной суп. Есть у нас еще томатный, но здесь на вкус и цвет товарищей нет. Томатный для меня достаточно такой, ну, кисловатенький. Действительно, там перемолотые сушеные томаты, там базилик хорошо чувствуется в том. А здесь вот как раз грибной. Мне он чем-то напоминает жульен. Я ищу артикул, конечно же, вы понимаете, что я ищу 15655, артикул этого грибного супа, 15 здесь порций, в составе нет коллагена, у нас коллаген есть в составе протеиновых батончиков и протеиновых коктейлей, вот в составе супа коллагена нет, но здесь зато полноценный витаминно-минеральный состав, белковый состав хороший, то есть это полноценное питание. Можно вполне себе заменить действительно первое блюдо, можно заменить ужин, если хочется такого что-то горяченького и сытного. Можно заменить один какой-то прием пищи, если вы находитесь в процессе построения, например, да? Вот такая вещь. И еще в заказ мне упал в подарок фруктовый батончик. Миндаль, клюква и хиноцея, это мой самый любимый батончик фруктовый. Это сейчас вкладывается в подарок за заказ на 1000 рублей. У нас сейчас идет программа «Стоп сахар». Можно принять участие в этой программе. Вся информация есть на сайте. Я, кстати говоря, поучаствовала уже. Опубликовала вчера пост на эту тему. И выполнила все условия. Там нужно быть подписанным на аккаунт «Нечаев Family Club», на официальный аккаунт Инстаграм в компании Фаберлика. По условиям нужно еще проголосовать за то, чтобы на этикетках публиковалась информация о процентном содержании сахара в продуктах. В общем, и указать свои данные там на определенном сайте, на лендинге. И, в общем-то, принять участие в розыгрыше ценных призов. Это можно все делать до 30 апреля включительно. И у нас уже потом будут разыгрываться денежные призы, 100 тысяч рублей каждый день в течение недели. В общем, я решила опять поучаствовать, ну, аж там как свезет, да. И, собственно говоря, любой зарегистрированный пользователь в компании Фаберлик, и там даже, по-моему, принимают участие незарегистрированные пользователи, могут принять участие в этой акции «Стоп сахар». И для того, чтобы получить еще в подарок вот такой продукт, конечно, нужно быть зарегистрированным пользователем. Ну, если вы не зарегистрированы, всегда есть выход, всегда есть активные ссылочки под данным видео в описании
описании к этому видео, в первом прикрепленном комментарии. Проходите, оформляйте свой личный кабинет, вы сразу получите скидку 20% на всю нашу продукцию, и при оформлении заказа от 1000 рублей вам в этот заказ сразу же упадет один из фруктовых батончиков. Там уж как вам свезет, не на выбор, а просто он будет вложен в заказ на автомате. И плюс еще вы сможете принять участие в акции с подарком, с ценным подарком из 3 уходовых средств, наших кислородных средств по уходу за кожей лица из новой серии Global Oxygen, в подарок за заказ на 1399 рублей в ценах уже с учетом скидки 20%. И тогда в следующем каталоге у вас будет вот этот набор уходовой кислородной косметики в подарок, опять же при заказе от 1000 рублей уже в следующем каталоге. Вот такие акции, так что если вы еще не зарегистрированы, если хотите получить скидку 20%, если хотите получать подарки от компании Faberlic, конечно же, проходите, регистрируйтесь вот по этим активным ссылочкам. После этого, конечно же, я с вами свяжусь и стану вашим информационным помощником в компании Faberlic. Ну что ж, у меня, наверное, на этом все. А нет, не все. Еще кое-что я заказала. Я положила себе любимый вот этот парфюм 30 мл. Парфюмерная вода Шато де ля Луар. Не зря здесь нарисованы ирисы. Это как основной компонент в составе данного парфюма. Он такой немножечко тяжеленький, немножечко шлейфовый, с такими какими-то пряными нотками мне слышится. И он очень-очень такой создает впечатление дорогого аромата. Это действительно так. Поэтому я купила вот эту мини-версию для того, чтобы мне удобно было пользоваться. В сумочку ее положила, в любую, в мини-версию сумочки, да, везде вот такой аромат поместится. И, собственно говоря, он сейчас идет у нас со скидкой, там при выполнении условий акция каталога при заказе, по-моему, на 499 рублей. А вот эта мини-версия 299 рублей стоит цена каталога. Ну, там, в общем, не обошлась она в 200 с копейками, с учетом скидки консультантам. Ну, и это, пожалуй, наверное, все. Вот такой у меня получился обзор. Если видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк под данным видео. Напишите мне в комментариях, кто из вас уже приобрел эти новиночки. А кто, может быть, планирует. Кому нужен такой фен, девочки? Фен... Ну, да, действительно, он качественный, он добротный. Ну что ж, всем пока-пока, до новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся с вами в новых моих видео.